вот такой вот настил. То есть закончился и уходит в лес. И этот настил продолжается. Либо с полкилометра идет. Ну, зарос. Вся дорога заросла вот этим настилом накрытая. Ох, блядь, высота, конечно, приличная. Прикинь, дорога вымощена из дуба. Мы ее обходим. Где? Кто? Лежанка? Да, 13. Ну да, глянь. Кто-то туда лазит. Может, тут есть какие-то лисы живут? Лисы, может, какие? Ну, видишь, как нора. Ну да, и туда вон все примято. Какие-нибудь. Ну не бобер же. Сейчас воды здесь нет. Вот погуляйте вместе с нами. О, прикинь. Да он там и живет. Вот там вон все пузом тут приглажено. Тут так идет туда далеко. Все в ежевике цветет. Ежевики будет полно, конечно. Вот так она вся заросшая. Все уже сгнило. По ней идешь как по матрасу. Мягкая. Уже. Вот интересное такое вот сооружение. Пока воды нет, мы ее обходим, потому что там нереально идти. Ой, справа вот вода. Там мы шли. На мотоциклах мы тут не проедем. Ё-моё. Очень тяжело пробираться. Класс. Как ни крути. Сейчас поднимусь, чтобы не показать. Вот так она туда уходит. Братан там пробирается. Ну вот так туда уходит. Видишь? Такие вот бревна тут. Вот иду по ним, они прям мягкие. Фу, все полностью сгнило.